Специально ходили по кафе, Лимит данного помещения, посему мы просто все вместе выпиваем. Мне кажется, тут какое-то искривленное пространство. Все, насколько народ не войдет. Все время тесно, но все помещаются. Да, да, да. Главное, чтобы пол не провалился. Хотя, наверное, это скорее сравнится с... Нет, это сравнится с... Дайте мне вот эту зеленую тарелку. Даже у камеры Бухенвальда, сколько народу не войдет. Геометр. Все помещается. Да, 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 да. Нет, крематорий. Количество материи на... Так что вы, коллега... Ваше предположение насчет... Ошибочно, согласен. Ошибочно, да. Мне не помогли. Шелест. Большой, я пока не хочу, пожалуйста. Ну тогда поставь. Эльвира, не предохранись. Это будет проще. Как сказать? Нет. Я не знаю. Хорошая штука, кстати. На удивление. Наштейн? Не, наштейн не очень хорошая штука, а вот... Глинтвейн, это было очень хорошо. Да, не смотрите, что он ест сыр. Ему это не поможет. С утра он проснется и спросит, о, где я? Это машинка прекрасная. Да. Он на ней показывал свою козявку. Ну, 20 полчаса назад. Глинтвейн лучше, чем Нарштейн. С этим трудно не согласиться. Подстава. Пожалуйста, не показывай видео на создали. А на ютубе? А, на ютубе можно. Я уже приехал. Вытянут из контекста, конечно. Каждый додумает так, как он сможет. Я же была в отпуске, я пришла. Так, расскажи. Ладно, давайте. Я еще до сих пор в отпуске. Думала. Дешево взять. Прям так, прям. И вильку. Ну вот еще Эльвира. Понятно. Хочешь что-нибудь? Он виски.